Наука, она для всех. Нет такого гендерного распределения, что наука – это удел мужчин. Женщина вполне справляется с этим. По научной деятельности сфера моих интересов разнообразная. Это как изучение почв, так и водноболотные комплексы. Это связано с разными отраслями, с предметами, которые мне нравятся по ходу изучения, со всем, что меня интересует. Как я думаю, эту премию мне дают за мою жизненную позицию, за то, что я принимаю активное участие во многих конференциях. Столько раз я проходила мимо актового зала и замечала стенды с фотографиями, где были представлены те люди, которые номинированы на премию «Успех». Мне всегда было интересно, за что можно получить эту премию «Успех». И в этом году мне повезло, меня номинировали с кафедры, и вот я буду присутствовать на награждении.